Всем привет! У меня для вас вкусные, интересные новости и новый смартфон от Kubot. И это уже обычный, а не неубиваемый смартфон. Хватит пока защищенников. Это новый Kubot X70. Стильный, крутой, мощный, с киберпанк-дизайном смартфон. Новинка, которая дебютирует на глобальном рынке 7-8 июня, обещает, по словам компании, заставить пользователей пересмотреть границы технологий и инноваций. Смартфон отличается футуристическим дизайном, сочетающим гладкие линии с тщательной отделкой задней стеклянной крышки и узорами шелкографии, которые придают устройству привлекательный внешний облик. Смартфон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2480 на 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Еще X70 может похвастаться мощной 100-мегапиксельной камерой, которая дополнена широкоугольным модулем на 5 мегапикселей и вспомогательным датчиком на 0,3 мегапикселя. Эта связка фиксирует каждую деталь с высокой четкостью и точностью. Будь это масштабный пейзаж или портрет крупным планом, каждый снимок, сделанный с помощью Kubot X70, отличается профессиональным качеством. Вверху по центру матрицы дисплея врезана 32-мегапиксельная фронталка с функцией ИИ бьютификации снимков. Смартфон базируется на 6-нанометровом 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. ГПУ такое: 2 ядра Cortex-A76, частота 2,2 ГГц, и 6 ядер Cortex-A55, также 2 ГГц. Также установлен видеочип Mali-G57MS2, который обеспечивает высокопроизводительную работу как в ресурсоемких приложениях, так и в тяжелых играх, позволяя легко справиться с любой задачей, которую вы перед ним поставите. Как сообщает Kubot, с X70 можно забыть о задержках и сбоях в работе приложений. Устройство поддерживает многозадачность и имеет широкие мультимедийные возможности. В сочетании с 12 ГБ АЗУ он справляется даже с требовательными приложениями и современными мобильными играми. Еще 12 ГБ виртуальной памяти смартфон может получить за счет файла подкачки на внутреннем накопителе. Его объем составляет 256 гигабайт, а при необходимости можно дополнительно установить в комбинированный слот карту microSD до 1 терабайта. Емкость аккумулятора новинки составляет 5200 мАч. По заявлению производителя, одного заряда устройства хватит на весь день использования в различных сценариях. Еще одна полезная особенность гаджета – чип NFC для бесконтактной оплаты. Работает аппарат под управлением актуальной операционки Android 13. В общем, смартфон очень интересный, мощный и стильный. И к тому же компания Kubot запустила в преддверии анонса новинки 7-8 июня розыгрыш, победители которого получат Kubot X70 бесплатно. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо добавить грядущий смартфон в корзину покупок, указав при этом адрес своего почтового ящика, или же стать фолловером Kubot в одной из социальных сетей, указанных в перечне на странице акции. В общем, все как всегда просто и элементарно. Кстати, знаю еще одну интересную информацию по поводу скидок. С 7 по 9 июня в честь дня бренда Kubot на AliExpress будут различные скидки на их сайте. Скидки на некоторые гаджеты будут достигать $200. Я думаю, что это на некоторые телефоны. Так что заходите к ним в официальный магазин Kubot в эти дни и ловите скидки, на что вам интересно. Все ссылки на телефон Kubot X70 и на розыгрыш есть в описании. Участвуйте по-любому. Спасибо вам за просмотр и всем пока!